Итак, всем салют. Совсем скоро будут происходить интересные очень изменения. Происходит географическое открытие Америки, снова Рима. Связано с тем, что Tunigovision будет участвовать в шестом батче акселератора Старта Акселератор от фонда Старта Capital в Нью-Йорке. Очень хочется не упустить эту возможность, по максимуму использовать, тем более, что Нью-Йорк — это мечта Нью-Йорк — это в мечта. разных смыслах. Очень большой, интересный и притягательный город и в культурном смысле, и в финансовом, и в музыкальном, и в философском, и в технологическом, и в стартапном разном. Поэтому хочется много документировать, заниматься очень много своим делом, своим проектом, тьюженом я имею в виду. Может быть, что-нибудь написать по научной части, а также просто рассказывать и фиксировать то, что происходит, поскольку очень много вещей ускользает, и они становятся заметны только тогда, когда начинаешь либо их анализировать глубоко, либо, ну, с этими вещами в головах перемещаться по разным местам и видя вот это различие, которое разные места подчеркивают, чисто географически. Вот, поэтому я планирую делать эксперименты. Эксперименты, эксперименты, видеоэксперименты, эксперименты, эксперименты, разрабатывать эксперименты, эксперименты. Язык, очень примитивно, пускай это будет действительно очень примитивный язык, но который позволит лучше, чем просто использовать активный ряд, доходить до чего-то. До чего, смотреть, например, дойти? Ну, и просто больше играться, больше замечать. Это замечено и давно помечено. Больше ощущать, больше чувствовать с помощью него, больше выражать. Выразить невыразимое – вот что в действительности должно волновать. В любом случае, это будет интересно. Постараюсь делать часто, делать легко эти видео. Просто. Максимально просто. Времени много на это не будет, поэтому понятно, что язык будет очень просто. Примитивно простой. Может быть, постепенно он усложнится, но начнем мы с очень простых эффектов. Пардон, идея голоса за кадром и оппонента, которые подбрасывают словечки или комментируют, мне уже нравится. Все, ура, завтра отъезд в 9:30 в Рим, а там дальше посмотрим, если будет виза, то и в Нью-Йорк поедем. До встречи.